Пишет Марат Лебедев: «Изменить тебя может только Бог. По-настоящему изменить тебя и твою жизнь». Слово «Бог», слово «сознание», слово «осознание», слово «квантовое истинное я», «квантовое сознание», «истинный я» и тот создатель, который создает эти ситуации, эти вещи, это все тот Бог, который и есть внутри каждого человека. И когда ты говоришь, что Бог изменит твою жизнь, да, Он меняет жизнь человека, но когда ты увидел свою истинную природу, эту бесконечную, ты осознаешь, что этот Бог и есть ты. Сечете? Как все круто, офигенно. Но в этом есть и свои недостатки. Если мозг будет говорить о том, что я Бог, это будет все не камильфо, ну так себе. Это уже будет. Можно называть это сектой, хиректой, там, другими бла-бла-бла. Мозгу эту корону давать не надо. Он будет ей пользоваться, скажет: ну, суки, сейчас я Бог, скажет он. Я создаю все это. Но нужно не думать о том, что ты Бог, а им быть. Ну, опять-таки, Бог, это так все очень громко, так все это прям... Сознание. Сознание, оно и есть. Вот это божественное, созидательное чудо. Нужно им стать. И когда ты им станешь, ты не захочешь всего себе. Ты Бог, ну раз я им стал, тогда все, теперь все это будет мое. Нет, сознанию ничего не нужно. Ничего. Все ровно. Все правнику. И некоторые люди, которые приходят к этим знаниям, и даже некоторые, а все, скорее всего, благодаря мозгу, который думает: вау, класс, точно, сейчас мы станем Богом. Но когда ты начинаешь во всей этой движухе крутиться, то ты понимаешь и осознаешь, и мозгу уже не даешь ты эти все карты, и ты не с ним ищешь этот путь, уже не с ним. А без него я погнал, с вашего позволения. Хорошо?